Ну, мы отчасти говорили, что, конечно, к этому надо относиться серьезно. Я никогда не был сторонником такой шапкозакидательской позиции, там, что Запад умер, уже все, ему конец. И я могу повторить, что Запад — это серьезная величина, это действительно мощнейшая экономика. Это... И я повторяю, интеллектуальная мощь. Бессмысленно думать о Западе как о дурачках, так сказать, в кедах. Это там огромное число там интеллигенции, так сказать, вообще как бы интеллектуально оснащенных людей, которые могут, безусловно, то есть я имею в виду, что не, в этом смысле надо к этому серьезно относиться. Но с другой стороны, если говорить о там понижении того, что СССР, я не думаю, что американцам удастся уже сделать в нынешней ситуации. Дело все в том, что когда они обрушивали цены на нефть во времена Советского Союза, Китай и Индия еще не ездили на машинах, они ездили на велосипедах. Я не верю, что сегодня настолько необходима энергия, сегодня, когда Китай, Индия сели на автомобили, когда они развиваются, все эти страны Азии с их огромным населением, ну просто невозможно уже обрушить нефть. Ее можно, наверное, понизить до определенных. Энергия нужна. Людей все больше, им нужна энергия. И никто уже ради таких политических интересов США не будет отказываться от своих интересов. Поэтому я думаю, в этом смысле так серьезно, как это было сделано во времена СССР, они уже не смогут сделать. Поэтому это в определенной степени уже может быть какой-то для нас позитивный такой момент. Но, а что там еще, какой вопрос там был? А что, или я ответил уже? Ну, по сути, да. Ну, да. Угу.